Теперь двор стал уютнее, рассказывает жительница 40-го дома по улице Степана Разина Наиля Боброва. Вместо заброшенного участка теперь во дворе современная детская площадка с прорезиненным покрытием. Проект благоустройства территории жители разрабатывали сами. Мы вместе составляли, рисовали, что-то придумывали, сдавали это в администрацию, там в папочке все оформляли. Ну и вот, у нас детская площадка. Детишки в огромном количестве бегают. Двор на Степана Разина благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Помимо игрового оборудования, здесь еще обновят асфальтовое покрытие. Стараемся подходить комплексно к благоустройству дорог и территорий. И здесь, помимо комфортной городской среды, еще и реализуется программа, предусмотренная с привлечением средств Министерства транспорта. То есть здесь будет еще и асфальтировка дорогой территории. Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Самарском районе в этом году запланировано благоустроить 6 дворов. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.